Сегодня у нас Фердинанд Порше. Фердинанд Порше — это основатель компании семьи Порше, да? Фердинанд. Интересная книжка, в принципе, ну, больше из-за бренда, да, Порше. Не знаю, дарили бы, не знаю, кто Порше покупает людям почитать, что за значок и так далее. Вообще интересно, здесь рассказывается про его детство. Книга начинается с того, как его забирали из изоляции, да, когда его там держали, не выпускали правительство, потому что он на них работал. Вообще, вначале рассказывается про гениального вот этого ребенка Порше, да, который там начал с папой в гараже что-то мастерить, свои какие-то там лампочки, механизмы, еще что-то. Потом он без особого там образования пошел на завод, всему этому научился, стал там главным инженером, его назначили, какие он собирал там машины, разные там с мотором, да, аэродинамика и так далее. Потом рассказывается про то, как сам Порше был таким патриотом, да, и когда началась война, его призвали, чтобы он, ну, делал там военные машины, разные моторы, вот, и как раз проектировал машины уже там для немецкой армии во время войны. Как он работал, в принципе, там на Гитлера. Вот. Про его семью, про его вот как раз про семью, про детей, то есть полностью история про то, как вот этот человек именно всю жизнь работал, считай, прям на заводе там безвылазно. Да, вот как раз вот он с Адольфом. И рассказывается, что он просто, ну, любил свое дело и делал машины под потребности, да. Вот очень красиво здесь модели есть машин. Про дизайн, ну, в общем, рассказывается про компанию Porsche, да, про семью, про то, как он потом передал это своим детям. Ну, вот вообще очень интересно. Ну, в целом, про такого трудоголика, человека, который всю жизнь делал вот машины и разрабатывал. Потому что Генри Форда знают все, про Porsche не так много людей знают. Ну, может быть, основатели или у кого есть там бренд Porsche машина, да, они, может быть, интересуются почитать. Вот, поэтому, в принципе, кто любитель машин, почитать историю бренда, либо бывает не заходит дальше изучить просто значок, что изучает, а, ну, что означает значок, да, какой-то компании, типа там Альфа Ромео или еще что-то. Вот, значок Porsche, что обозначает. И, в принципе, про самого создателя Фердинанда и его сына Фердинанда-младшего. У них все там в семье были Фердинанды, рассказывают, как их как раз называли, почему так это сделано. Вот. Ну, в принципе, книжка вот про такой семейный бизнес с древних времен, да, до каких-то там 90-х, когда уже вот первые такие более-менее современные Porsche, которые мы сейчас видим, начали делать. Поэтому книжечка тоненькая, можно почитать и побольше узнать.